местная шаурма. Ну, примерно 150 рублей стоит. Пока ждал готовки, поговорил с местным чуваком, он прям по-русски говорит нормально, по-английски нет, по-русски, да. Ну, такой олдовый уже чувак. Вот. Вкусно? Вкусно, блин, лучше, чем у нас. За 150 рублей такой объем. Ну, это прям нормально. Там и курица, и картошка, и соус, и овощи. Просто офигеть. Я, наверное, не буду больше питаться в Макдональдсах и прочих штуках. Буду брать местный стритфуд. Стритфуд, да. Потому что он офигенен. И все жрут на улице. Ну, не все, конечно, но очень много людей прям хавают на улице, все это готовится прям на улице и подается в таких просто в каких-то бумажках, в каких-то пакетах. Вот. И все к этому относятся нормально. Соответственно, и я к этому отношусь нормально. Че париться-то?